гордиться, потому что очень короткая реклама, и мы снова окажемся здесь, в нашей волшебной живой. Сейчас узнаем, насколько группа способна мгновенно сосредоточиться и уйти. В данном случае надо просто за несколько секунд справиться вот с таким заданием передачи. Мне вот настораживало это сразу. Вот тут есть такой текст. Великий писатель пишет в нашей программе стихи. И мы вам предлагаем спеть песню про пять песен на пятом. Это обязательно? Очень обязательно, потому что без этого мы не поймем сущности группы «Мультфильмы». Какая она? Прям вот неожиданно. Что-нибудь надо срочно родить в своем стиле. Вот прям в своем каком-нибудь. Прям такой прям сходу удар мультфильмы по населению. Мультфильмы бывают разные, но группа лишь одна. На пятом канале классные хиты исполняет она. Пять песен на пятом играют ребята. Мультфильмы играют. Реальный драйв здесь реальный. И драйв тут немецкий, а не зажигает. Настало время узнать лидеров СМС-голосования. В нашем СМС-голосовании действительно есть три лидера, и я с удовольствием озвучу их. Это группа «Серебро» со своим хитом «Дыши». Это группа «50 центов» с песенкой «Our Technology». И это композиция «Legalize», рождённая в СССР. Это наверняка Мишка пропихнул. Тем не менее, дорогие друзья, я хочу, чтобы интрига оставалась интригой. Что это будет за песня, вы узнаете только в конце нашего музыкального шоу. Ну а пока вопрос, вот вы лично знаете хоть кого-то из этих исполнителей, которых я назвала? Я выбираю группу 50 центов. Ладно, поживем, увидим. Скоро будет окончательный результат. А я интересуюсь о следующей вашей песне из домашнего задания. «Мисс Китинг». Клубная такая дива, я так понимаю, пишет музыку в стиле электроклэш. Получается, вам близко это направление? Получается, что да. Сами вот по клубам ходите, тусите, клубитесь? Да, да. Последнее время меньше. Да и клубов меньше стало. А почему выбрали эту песню? Там так заводная очень песня. Очень. Быстрая. Быстрая. Я думаю, надо завестись нам всем вместе. Алла, расскажи об этой песне поподробнее. Ну, так, только не все, если уж рассказывать. Я постараюсь рассказать очень лаконично. Мисс Китинг, настоящее имя Кэролин Эрви. Диджей, вокалистка и музыкант, который работает в стиле электро, клэш и техно. Мисс Китинг записала свою песню, которая так и называется «Miss You Dishy», и эта песня вошла в альбом «Icon», для которого Мисс Китинг написала сама и музыку, и тексты. Многие тексты, кстати, отличаются цинизмом и содержанием ненормативной лексики, что, наверное, придает этой девушке особое очарование. Итак, третья песня на пятом. «Miss You Dishy» сегодня в исполнении группы «Мультфильмы». Girls, no girls in the car.
например, какая-нибудь группа звонит вашей группе и говорит, давайте сегодня вместе встретимся, побеседуем. Там группа мультфильмы дружит с группой пропаганды, например. Ну, нет с такого? Людмилой, вот Сенчиной, например, у вас да. был такой замечательный творческий тандем. Она вас, кстати, очень хвалила, рекомендовала, говорит, такие ребята приятные, интеллигентные. Вы хоть помните этот тандем, что пели? Помню, нам даже премию дали за это. Ну тогда спойте нам кусочек, пожалуйста. Хоть чуть-чуть. Давай. День рождения твой на праздник похож, 3 ноября. Из гостей только я и докучивый дождь, впрочем, как вчера. В жизни, как обычно, нет гармонии. Даже в доме твоем, где так любят тепло, холодно в душе. Хоть звучит в пустоте и моде зло, песня помешала. В жизни, как обычно, нет гармонии. Надо брать в коллектив. Знаете? Не-не, я так только дирижирую. А следующая песня называется «Саша» из репертуара группы «Кино». А почему такой выбор? Простой вопрос. Я не знаю, почему, но ты все время своими вопросами просто врасплох меня застаешь. Не, ну как-то это произошло. Выбор-то он как бы потому и выбор, что просто как-то... Вот, это случайный выбор, но это одна из любимых песен, наверное. Ага. Просто с детства. А в 2000 году был такой проект «Кинопробы», и вы там тоже участвовали и пели какую-то песню. Да, 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 вот это «Не любовь» песня называлась. Я даже сегодня, когда пришел сюда на передачу, такой что-то так, раз, так что-то, вау-вау-вау, такой, нет, это не та. Угу. Просто действительно, не похоже по настроению даже немножко, поэтому так не... Честно, я работал на радио, там, русское радио в Воронеж тогда, и вот это «Кинопробы», и вот почему-то прямо вот меня тырило вот в вашем исполнении вот эта песня именно. Ну, вот, спасибо. С того сборника, прям вот... Почему-то